Гуд морген, друзья, сегодня у нас будет посылка, обзор на нее. Гутен так, друзья. Гутен так, френды, сегодня у нас будет обзор на посылку, тактическая сумка. Вот данная посылка, Шварц фарба. Радует, зип пакет очень крепкий идет. А хотел я купить данные посылки, сумки до своего отъезда в Европу. Вот такая у нас сумка. Запах Frische Fisch. Такая сумочка получается, она для воды приспособлена. Но что мне в ней больше всего понравилось, это то, что вот открывается. Материал внутри крепкий, водозащищенный. Ну, в общем, этого не сильно видно. Но сумочка, чтобы ходить с ней, очень комфортно. Через плечо вместительно, много помещаться, плюс дополнительный карман. Прошито очень хорошо, это получается полиэстер 600 ден или нейлон 600 ден. И крепление есть только сверху, да. Или можно прикрепить также на пояс. Давайте же прикрепим ее. Вот так. Кстати, очень удобно. Все сделано гениально. Все гениально сделано просто. И протестируем. Есть. Вообще одевается правильно вот так вот. Черно на черном все сливается. Также можно вот так вообще. Хоп. И у нас тут такая сумочка. Давайте для теста в нее уже положить что-то объемное. Давайте сейчас положу наше. Жесткий диск Samsung на 2 терабайта. Вот такой стороной. Да, объем уже видно. Также на верхней части есть не стропа моли, а для нашивок, для патчей, вот, патч-система, дополнительный карман, в общем, сумка вот так, объемная и удобная, на любую сторону вот так положили, все, с собой удобно, также, если нужно документы с собой повезти, просто сгибайте до вот таких размеров, смотрите, какая сумочка выходит, вот, тонкая. Показываю. Если же нужно там флягу с водой 3 литра, вот так это все расширяется. В общем, посылка очень зашла, очень хорошая, очень комфортно. Всем советую купить данную сумочку по ссылке, потому что такую сумку я хотел где-то драйяре. Понравилось видео, ставь свой лайк, удачи, глюк, до новых встреч.